Предполагалось, что ты сейчас в пути. Да укроет тебя тень. Я в твоем распоряжении, сэр рыцарь. Это кольцо принадлежало моему мужу. Он пропал более 10 лет назад. По неясной причине я не могу вспомнить ни его имени, ни его лица. Как оно к тебе попало? Ты знаешь, где мой муж? Зачем ты показываешь мне кольцо? Обручальное кольцо моего мужа. Я уже не думала увидеть это кольцо когда-нибудь. Я отдала бы все, чтобы увидеть моего мужа еще раз. Искренне приветствую тебя. Силой древнего свитка я объявляю Эмера Дарелота настоящим похитителем капюшона Ноктюрнал. Ты серый лис? Меня предали. Да, я серый лис, но никто не предавал тебя. Но... Я твой пропавший муж, Корвус. Корвус? Это действительно ты? 10 лет я ждала весточки от тебя. Почему ты от меня скрывался? 10 лет назад я унаследовал этот капюшон у прежнего главы гильдии воров вместе с его должностью. Но вместе с капюшоном на меня пало и проклятие. Имя того, кто носит капюшон Ноктюрнал, будет вычеркнуто из истории. Приняв этот головной убор, я стал неузнаваем для жителей Тамриэля. В капюшоне я был серым лисом. Без него незнакомцем для всех, даже для тебя. Ты хочешь сказать, что ты не мог вернуться? Я стоял рядом с тобой, но ты даже не знала об этом. Я кричал тебе: «Я здесь, это я, Корвус!» Но ты просто смотрела на меня и не понимала моих слов. Ты снова разбил мне сердце. Я не могу допустить, чтобы серый лис, известный разбойник, стал графом Анвила. Если ты попытаешься заявить, что ты Корвус, я буду отрицать это. Я буду отрицать это даже перед лицом императора, если придется. Я знал, что ты скажешь мне эти жестокие слова. Но вот почему я привел с собой моего друга. С этого момента я навсегда порываю с преступной жизнью. Я передаю серый капюшон гильдии воров ее новому главе. Серый капюшон теперь твой. Ты новый глава гильдии воров. Ты обнаружишь, что сегодня ночью история изменилась. Такова сила проклятия Ноктюрнал, что его снятие может изменить само время. Если бы Эмер Дарелот не украл капюшон Ноктюрнал, для гильдии воров никогда бы не настали столь тяжелые времена. Из-за этого проклятия он не мог бы просто жить в обычном мире с его общественными отношениями. Он мог действовать только как глава гильдии воров. Теперь все по-иному. Если ты заглянешь в имперский город, то увидишь на месте развалин дома Дарелота здание гильдии воров. Thank you.
Надеюсь, я смогу помочь. Менлорн и его брат держат прекрасную таверну под названием «Полный кубок». Пока. Эй, кто ты? Обливион, тебя побери. Ты не бандит черной воды, так? Что? Мне сказали, что на борту всего двое. Я закрыл вышибалу на складе, а она разобралась с хозяином. Остаешься только ты. Я спрашиваю еще раз. Кто ты? В нашей банде нет никого, кроме нас четырех. Бандиты черной воды не берут новых членов вот так, с бухты-барахты. Когда мы сформировали эту банду 3 месяца назад, мне сказали, что добыча будет делиться не более чем на 4 части. Так что хватит лгать. Говори, что ты на самом деле делаешь здесь. Тогда посмотрим. Вдруг мой меч сможет найти слова, которые отказываются произнести твои губы. Наконец-то хоть кто-то появился. Спасибо. Хорошо очутиться на свободе. Я Громан Громорад, вышибала и рулевой этой плавучей таверны. Я был взаперти в этом чулане несколько часов. Я не знаю точно, что сейчас здесь происходит, но несколько часов назад на наш корабль ворвалась банда воров, называющая себя «Бандитами черной воды». Они захватили меня и Армила, владельца таверны, в заложники и вывели корабль в море. Понятия не имею, что им нужно. Если ты сможешь доставить меня на верхнюю палубу, я готов отвезти таверну домой. Но я с места не сдвинусь, пока опасность не будет ликвидирована. Я привык иметь дело с пьяными дебоширами, а не с бандой хорошо вооруженных воров. Я знаю только, что их было 4. Прежде чем посадить меня сюда, они завязали мне глаза, поэтому я ничего не видел. У таверны есть 3 палубы. На нижней палубе расположена гостиница. Уровнем выше располагается, собственно, таверна. А затем идет верхняя палуба. Удачи, она тебе понадобится.
Эй, там! Куда это ты? Селене это не понравится. Меня не должны были беспокоить. Линч послал тебя сюда? Зачем? Он послал тебя поговорить с Селеной? Разве ей нужна помощь? Она держит Армила под присмотром в его же собственной каюте. Что-то здесь не так. Что случилось с Линчем? Ты? Тебе удалось взять верх над Линчем? Я знала, что он слишком мало тренируется. Ладно. Похоже, как всегда, мне придется доделывать работу за него. Что? Что ты делаешь здесь? Они уже нашли золотой галеон. Приказов? Селена ничего не говорила мне об этом, и я не припомню, чтобы она нанимала кого-то еще помочь нам найти золотой галеон. Когда это было? Врешь? Мы не встречались вчера. Ты чужак! Похоже, опасность позади, и я могу встать за рулевое колесо. Но я не сдвину эту посудину с места ни на дюйм, пока Армил не будет в безопасности. Мне показалось, я слышал голос женщины имперской расы. Глаза были завязаны, и я ее не видел. Мне ничего больше не известно. Будет... Осторожнее, их главарь, похоже, опасен. Откуда ты здесь? Ха! Это были последние слова, которые слетели с твоих губ. Похоже. Будь осторожнее, их главарь. Откуда ты здесь? Яростного? Я сказала ему, чтобы он охранял штурвал и ни с кем не разговаривал. Кто ты?
плавучей таверне нет кока. Как ты смеешь пытаться одурачить меня? Я разберусь с тобой, и ты отправишься на корм рыбам. О, слава богам! Эта ужасная женщина постоянно угрожала мне. Она говорила, если я не скажу, где сокровища, то она бросит меня рыбам-убийцам. Боюсь, это все моя вина. Они захватили плавучую таверну из-за меня. Последнее время дела шли плохо, поэтому я сочинил одну сказку. Я выдумал легенду о золотом галеоне, статуэтке из чистого золота, спрятанной на корабле его предыдущим владельцем. Тогда мне казалось, что это хорошая идея. Я думал, эта легенда привлечет сюда как просто любопытствующих обывателей, так и искателей приключений. Что плохого? Пока они тут, ведь пропустят рюмку-другую. Как я запустил эту утку, мои дела пошли в гору. Очевидно, я заблуждался. Это была ужасная идея. Я рад, что никто из посетителей не пострадал. Мне бы не хотелось, чтобы их кровь была на моих руках. Извини, я заболтался. Тебе лучше спуститься вниз и отдохнуть, пока мы не прибудем в доки имперского города. Я решу вопрос с телами убитых, когда мы прибудем в имперский город. Пусть это не волнует тебя, друг. Пожалуйста, иди отдохни. Пробуждением? Я не хотел беспокоить тебя. Полагаю, тебе интересно, что с Селеной? Власти имперского города сняли ее с корабля, как только мы пришвартовались. Мне сказали, что за ее голову была назначена награда. Вот, держи. Только не трать все сразу. Ну, разве что в моей таверне. Она была жестокой женщиной. Я рад, что ее больше нет, но все равно жаль. Прощай, друг мой. Эй, там! Куда это ты? Селене это не понравится. Меня не должны были беспокоить. Единственный способ, которым ты можешь сойти с этого корабля, это дождаться, пока мы вышвырнем твой труп за борт. Линч послал тебя сюда? Зачем? Он послал тебя поговорить с Селеной? Ты лжешь. Линч получил приказ не беспокоить меня. Ты идешь с нижней палубы. Значит, тебе как-то удалось пройти мимо Линча. Клянусь, меня ты не пройдешь. Умри, тварь! Отличная работа. Что ты делаешь здесь? Они уже нашли золотой галеон. Приказов? Селена ничего не говорила мне об этом, и я не припомню, чтобы она нанимала кого-то еще помочь нам найти золотой галеон.
Когда это было? Чёртова баба! Она обещала, что мы поделим добычу на 4 части, когда найдем галеон. Она не говорила, что ее придется делить на 5 частей. Она сказала, что когда мы вернемся в Бравил, то поделим добычу после того, как сдадим эту чертову вещицу барыге. Линч и Минкс знают об этом? Что ж, раз их больше нет в деле, если я убью тебя, мы с Селеной поделим добычу пополам. Это ограбление мне нравится все больше и больше. Мы торжественно поклялись никого не принимать в нашу банду. Я точно это помню. Хотя это было... Неправильно, тупица. Я уже устала от этой игры в угадайку. У меня много дел, и ты стоишь у меня на пути. Сейчас я исправлю это. Что? Неужели никто в этой банде не умеет хранить тайну? Полагаю, тогда ты знаешь также, зачем мы захватили эту плавучую таверну. Мы здесь не за этим. Мое терпение подходит к концу, как и твоя жизнь. Умри! Откуда ты знаешь об этом? Неважно. Когда я разберусь с тобой, мы потопим этот корабль и заляжем на дно в надежном месте. Никто не найдет нас там. Ошибка, Трепло. Я устала от этого разговора. Пришло время окончить его сталью. Опять ты удивляешь меня своим знанием деталей нашей операции. Я подозреваю, Линч не проверил все комнаты этой таверны перед тем, как мы отчалили. Ага, некто прячется внизу, потом поднимается сюда, и этот некто — ты! Как тебе удалось пройти мимо Минкс, Яростного и Линча? Это невозможно. Тебе удалось убить всех троих? Я склоняюсь перед тобой. Боюсь, что схватка с тобой только приведет к моей скорой кончине. Пожалуйста, прими мою капитуляцию. Вот мой меч. Пожалуйста. Никакие сокровища не стоят моей жизни. Эта плавучая таверна твоя. Я уже сдалась. Что еще тебе нужно? Мне больше нечего сказать тебе.
Теперь, когда Селена заперта внизу, мы все можем вздохнуть спокойно. Я очень благодарен тебе. Теперь, когда она в заперти, я чувствую себя гораздо лучше. Боюсь, это все моя вина. Я вы... Очевидно... Из... Пожалуйста. Пробуждением? Я не хотел беспокоить тебя. Полагаю, тебе интересно, что с Селеной. Власти имперского города сняли ее с корабля, как только мы пришвартовались. Мне сказали, что за ее голову была назначена награда. Вот, держи. Только не трать все сразу. Ну, разве что в моей таверне. Это жестокая женщина. И я рад, что она теперь за решеткой. Ей там самое место. Да, это отличный корабль, правда? Единственная таверна и гостиница на воде во всем Сиродиле. Я купил ее около 10 лет назад, когда ее списали. Пришлось всю ее выпотрошить, чтобы устроить внутри комнаты, но она еще способна выходить в море. Вся мебель была собрана внутри корабля. Проемы не позволяли затащить ее извне. Я не жалел средств. Прощай, друг мой. Ты хорошо выглядишь. Да укроет тебя тень. О, привет. Что новенького? Пару дней назад мне повстречался грязевой краб. Гадкое создание. Отвратительные создания с толстыми панцирями и острыми клешнями. Стараюсь избегать их. Удачного тебе дня. Привет, Редгардам. Говорят, потерянный сын Уриэли Септима появился у Брумы. Войска со всего Сиродила собираются под его знамена. Отлично. Это хорошие новости. Пока. Пока. Thank you.
Я вижу, ты тоже последователь Серого Лиса. Приветствую. Да укроет тебя тень.